Ты же из Луганска, правильно? Так точно. Скажи, пожалуйста, зачем сюда приехал? Стоять на блокпосту и проверять документы. Приехали под порядкование 24-й бригады, получили другой наказ, совершенно не соответствующий первому. Кто у тебя в Луганске? Родная тетя. У тебя? Мама и девушка бывшая. Мама в Луганске и девушка? Да, так точно. Зачем приехал? Я не имел цели сюда приезжать. Я должен был проходить службу на территории Львовской области, войска ТРО. Меня перевели сюда незаконным приказом и задним числом, причислив к Луганской бригаде территориальной обороны. Синяк под глазом, это на тебя местные обиделись, я так понимаю? Так точно. Понятно. А ты зачем приехал, скажи, пожалуйста? Нас перевели из Львовской территориальной обороны в Луганскую территориальную оборону. Кто у тебя в Луганске? Мама. Мама? Приехал маму убивать? Я не хотел воевать. Мы написали рапорт о том, что мы не хотим принимать участие в боевых действиях. Ясно. Да, ребят, вам сильно-сильно повезло. Ну, а там как сложится.